Следы экстремизма усмотрели эксперты в словах и поведении парня, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга. На основании результатов экспертизы Руслану уже предъявлено обвинение. По крайней мере, православный. Вердикт вынесли специалисты в области лингвистики, религиоведения и психологии. Проверили 3 видеоролика, все, которые он выложил. В 2 эксперты однозначно усмотрели признаки экстремизма, то есть возбуждение ненависти, а также унижение человеческого достоинства по признакам отношения к религии. При этом в каждом из 2 файлов автор крайне оскорбительно, по мнению экспертов, в том числе с применением нецензурной лексики, высказывался в адрес приверженцев 2 крупнейших мировых религий. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга. Напомню, блогер ловил покемонов в главной церкви Екатеринбурга, храме на крови.